Сейчас, Матрёна. Всем привет, меня зовут Сергей, вы на канале Антон М. Наш канал посвящен жизни на селе. Да, все говорят, вот мелкая моя, 5-6 месяцев, не продам ее, себе оставил. Вот это уже третье поколение вот от этой мамки. Там ее дочка где-то толстая лежит, ну ладно, не столь важно. Вот баран мой годовалый, он продается, блин, и он меня задолбал уже, его продам. Так, отошли мы от нашего разговора. Канал наш посвящен жизни на селе, то есть как мы трудимся, как сено заготавливаем, силос. Держу я овец романовских, держу чистых, не мешаю их ни с катумами, ни с дорперами, ни с мериносами, не пытаюсь найти какую-то новую породу, а пытаюсь сохранить старую нашу добрую романовскую овцу в чистом виде, как в каком она к нам пришла. Потому что покрутившись в этой среде нашего сельского хозяйства, он что-то баранчик молодой глазами как-то. Он два барана, они там за ярку дерутся, надо им разогнать. Ладно. Пытаюсь сохранить в чистом виде. Что получается, сейчас покажу. Продаю я молодняк, продаю дешево. Значит, вот такие вот яркие у меня где-то по 4000. Чуть ягнята помоложе. Вот такой вот идет. Где-то от 3 до 4 тысяч. Вот они у меня где-то в 4-6 месяцев. Видео будет сегодня не об этом. Покажу. Два дня назад матка принесла 4 ягнят. Для романовки это не выдающиеся показатели, то есть скорее это норма, чуть выше среднего, но вообще от 2 до 4 это как бы нормальное количество ягнят у романовской породы. Но может быть начинающим крестьянам, почему крестьянам говорю, фермеры все в Америке, никакого отношения к фермерству я не имею, скорее это стиль жизни, то есть крестьянство на селе, но это все лирика. Вот такие вот в большинстве случаев у меня ручных, мамки почти все ручные, то есть все подходят. Вот ее мамка вот стоит, молодая, ярко, вот ее мамка, вот она уже второе поколение, вот баранчик ее, вот ее двойню она принесла. Овцематки тоже где-то 4 года, то есть как ее мамка, мамка постоянно приносит 2, ее дочка приносит 2 ягненка. Ну вот эту оставляю, третье поколение, и тоже посмотрю, как бы, что там будет. Скорее всего, та третье поколение, потому что первое поколение я продал от нее, вторая осталась она. Ну да, третье поколение. Ладно. Овцематка у нас 4 годовалая принесла 4 ягнят. Сейчас мы их завесим, посмотрим, то есть что они представляют из себя. Наверное, будет плохо здесь видно. Ну, вот все ее ягнята. Вот она. Такая красавица, опять же, лезет вот к рукам. Говорят, что романовки пугливые, бегают, прыгают. Как бы. Вот все 4, все похожи на романовки. То есть отличительная черта у них вот эта вот белая звезда на лбу. Цематка. Ну, не крупная, скажем так. Для 4 лет есть у меня и крупнее. То есть средняя овцематочка, ничего такого. И вот принесла 4 и все тоже средние. То есть вот этот вот, вот такой вот размер, это нормальный показатель романовских ягнят. То есть им сейчас уже 3 дня. Ну, я не буду видео показывать. Я уже посмотрел, то есть 2 яркие, 2 баранчика. Яркие постараюсь ярочка себе оставлять, потому что много я продал, много у меня старых мамок осталось. То есть попробую восстановить маленько наше стадо. Сейчас
не может свет мешает. Не сделал несколько фотографий, вставлю в видео, посмотреть, чтобы лучше рассмотреть этих ягнят. И взвешу, покажу, какой вес. Пытались мы сейчас кормить их с бутылочки, то есть, потому что все равно два надо убирать и самостоятельно кормить. И вот в начале видео говорил, что почему вроде бы хорошо, то есть быстро размножаются, большое количество. Это для начинающих. Для начинающих это хорошо, да, большое стадо, а уже когда все встает на свои места, то есть нужное количество набирается, это уже становится в тягость такое количество ягнят, потому что все равно их кормить с бутылочки, не выкормит она их. То есть, ну, даже если выкормит, то этих два, а то и три будут сильно отставать в росте, и то есть заметно очень будет сильно. Ладно, сейчас фотографии вставлю. Ну вот свет будет плохо как бы падать. Вон, Игорь, сейчас дам. Сейчас, погоди. Отодвину. Нормально все. Постоянно кормлю, даю зерно, зерносмесь им. То есть у мамки вымя хорошее. То есть она, в принципе, способна. Но вот эту неделю первую мы последим. Посмотрим, то есть как у нас что будет. С ягнятами, будут ли все получать достаточно молока, и начнем, наверное, подкармливать. Посмотрим, как будет. В следующем видео расскажу. Вот сейчас взял безмен, вот такой баранчик, он не очень породу у нас держит. Вот ножка у него беленькая такая, она не должна как бы быть беленькая, но это баранчик. Если это видно, ну-ка сними, покажи. Баранчик, вот. Сейчас мы его забьем. Я, в принципе, вчера взвешивал и сразу говорю, что это средний показатель. То есть вообще ягнята романовские от 1,5 до 3 кг. То есть вот не хочет он в пакет лезть. У нас другого как бы способа нету. Да что ты, блин? Ну, таким способом, как бы нет у нас таких условий, что... Значит, смотрим, 2440. То есть это средний показатель. Ну, сейчас еще одного замерим. О, опять баранчик тоже чуть поменьше, с белым хвостом, тоже не держит он как бы породу. Ну, в принципе, это такая мелочевка. У нас же не элит, не породистое как бы содержание. Чисто породу держим. Да что вы, блядь, сегодня в этот пакет-то залезть не можете, а? Да что ты, блядь, вырубился? Ага. Еще. Килограммы. Счет. Значит, тут настоящий баран, значит, 2250. Ну, все, беги. Ну и там две ярки. Две ярочки будут. Одна покрупнее, другая поменьше. Да, маманька? Маманька не ложится, то есть не убирает. Он сейчас маленько убирала ногой. Не убирает вымя, то есть, насколько я вижу, все сосут. Мамку всех подпускает, все. Все. Ну ладно, посмотрим, что будет, то будет. В дальнейшем видео покажу.
Так, ну и в заключение видео, значит, вот баран где-то месяцев 7 ему, тоже очень хороший такой. Его на племя отлично. Вот показатель, сразу борода у него видна. Но сейчас эти его гоняют. Так что надо его убирать. Что он там, не пойму, хромает что ли? Бьют его здоровые бараны. Всех этих мелких вон. Да? Баранчик тоже стоит. И он маманьки. В заключение, значит, кому что интересно, пишите, комментируйте, что знаю, то расскажу, добавлю, то есть, что вам интересно, как. Сейчас у меня на продажу ничего нет, так что не пишите, там, продай, что. Находимся мы в Калининском районе, Тверской области, так что, кто рядышком, тем можно договориться, там, на весну, на лето, будет у меня, я думаю, свободный. Сейчас есть несколько баранов, таких четырех. Шестимесячных и один годовалый. То есть бараны есть на продажу, то есть на племя я продам. На мясо не продаю, продаю только на племя. Так что, кому нужен баран, обращайтесь. Ярки будут свободные, но будут, я думаю, что весной. Весной будут ярки. Так что, ну, всем пока.